Столичный акимат опубликовал список избирательных участков для регистрации граждан без прописки. В Астане таких 23 объекта. 6 из них в Алматинском районе, 3 в Байконурском, 5 в Есельском и 9 в Сыроаркинском. Чтобы воспользоваться своим правом голоса, казахстанцам нужно прийти в один из указанных участков и зарегистрироваться на месте. В этом им помогут сотрудники госкорпорации. Но бывают у нас граждане, которые вообще не имеют прописки, выписанные, могут быть они и не знать, или продали квартиры там. Но разные ситуации у населения, конечно. Поэтому у нас в Астане в 23 избирательных участках будет организована работа, так скажем, сервиса по регистрации граждан, одноразовой регистрации. Всего же в столице в день выборов откроют 406 избирательных участков. Местные исполнительные власти напомнили, что в день голосования проезд в автобусах будет бесплатным.